сначала я вам расскажу о том, как устроена среда разработки под SoftFishOS, что здесь есть, чем здесь можно пользоваться, как создавать, запускать проект. Ну, видимо, я это сделаю в режиме мастер-класса, поэтому я сяду, так же, как и вы, и буду тут что-то делать и комментировать. Значит, смотрите. Вообще говоря, среда разработки основана на Qt Creator. То есть, коль скоро у нас разработка в основном ведется на Qt, то здесь все инструменты Qt вполне применимы. Ну и IDE-шка это Qt Creator. Давайте попробуем вот что сделать. Давайте попробуем создать новый проект. Ну, можно либо вот нажать кнопочку «Новый проект», либо «Файл создать». «Файл или проект». Нам с вами нужен будет проект Selfish OS Qt Quick Application. Вот здесь вот зависит от версии операционной системы. Если у вас Windows, то здесь будет Application Selfish OS Qt Quick Application. Если у вас Linux, то, скорее всего, здесь слева будет написано Selfish OS категория. Вот там такая же опция Selfish OS Qt Quick Application. Что? Может быть. Вот. Значит, нам нужно сюда. Будет создан шаблончик приложения с интерфейсом пользователя. Значит, что происходит на этом окне? На этом окне предлагается ввести название проекта. Ну, давайте я его назову Innopolis Workshop. Важен следующий пункт. Здесь предлагают выбрать размещение проекта. Смотрите. Я немножко позже объясню, как происходит сборка проекта, но дело в том, что она происходит в виртуальной машине, а виртуальная машина видит только некоторые определенные директории. Во-первых, она видит домашнюю директорию пользователя, вот у меня вот здесь она видит. То есть она видит домашнюю директорию пользователя и все поддиректории, которые в ней находятся. А во-вторых, она видит директорию, которая была указана при установке SDK. Вот там можно было указать альтернативную директорию, которые хранятся проекты. Ну, например, что-нибудь там. op.selfish.s/workspace. И тогда можно было бы проекты класть туда. Но вот здесь по умолчанию директория, которая предлагается, та директория, в которой, в принципе, можно размещать проекты. Вот если я сейчас нажму «Далее», мне предложат выбрать, под какие архитектуры проект можно будет собирать. Смотрите, архитектуры две. Это ARM и x86. Для чего используется x86? Он используется для эмулятора. Здесь в SDK есть эмулятор, для него используется архитектура x86. И он используется для планшетов. То есть Yola Tablet, они работают тоже на архитектуре x86. Если мы хотим собирать под мобильное устройство, нужно отметить ARM. Здесь предлагают ввести некоторые общие сведения о приложении. Можно что-то ввести, можно там что-то не вводить. Это всегда можно будет потом изменить. Здесь предлагают добавить приложение под контроль версии. Ну, вот, например, у меня тут установлен репозиторий Mercurial, можно куда-нибудь добавить. Но мы не будем сейчас этого делать. Завершить. Все. Здесь создан проект. Шаблончик. Простой шаблон проекта, но тем не менее уже обладающего графическим интерфейсом. Давайте я вам его покажу. Так, вот. Ага, где есть проводник? Хорошо. А у меня надо домашней директории с вопросом. У меня была домашняя директория выбрана, и он мне создался, соответственно, домашняя директория. Вот она, папочка проекта. Что здесь есть? Начну я с файла с расширением PRO. А тут файл не показывается, давайте я вам лучше его файл увидеть. И попробую сделать. И вот так сделаю. Опа. Вот это файл проекта. Значит, есть файл с расширением PRO. Это вот этот файл. Это файл, в котором описана структура проекта. Если мы его откроем, ну, здесь описаны, какие библиотеки подключаются, какие файлы используются в проекте, что здесь вообще есть. Есть файл с расширением User.
Это файл, который создается при создании проекта, при открытии проекта. Это файл с настройками текущего пользователя. Также в корне лежит файл desktop. Desktop — это файл, который, ну, те, кто пользуется системами Linux, с ним должны быть хорошо знакомы. Для тех, кто использует Windows, ну, по сути, это ярлычок. То есть то, как будет ваше приложение выглядеть, как оно будет запускаться. Вот здесь вот указано, какую иконку использовать, какой файл запускать, как приложение называется. Фишка в том, что здесь можно указывать локализации названия приложения. То есть я вот здесь этот файл открою. У нас тут других файлов будет отображаться. И можно написать, например, root. И написать Innopolis Workshop. Воркшоп Innopolis. Или школа, да, школа Innopolis. И тогда, если на устройстве будет выбрана русская локаль, то будет отображаться такое название. По умолчанию будет отображаться вот такое название. Так. Что еще тут интересного есть? Есть папочка src. Это папочка с исходниками приложения, исходники на C++. Отдельно есть папочка .conml. Это тоже папочка с исходниками приложения, но это исходники декларативного описания интерфейса. Я об этом буду подробнее рассказывать. Они делаются на языке .conml, и они лежат вот в этой папочке. А translations. Сюда помещаются файлы перевода. То есть как устроена локализация приложений на Qt. Вы, когда создаете свой интерфейс, вы там пишете какие-то строки. Ну, они пишутся формально на каком-то техническом английском, который на самом деле не обязательно дойдет до конечного пользователя. А вот тот язык, то есть тот вид этих строк, который дойдет до конечного пользователя, он написан в файлах перевода. Они устроены вот таким образом. То есть здесь указана какая строка, ну и можно указать перевод этой строки. Можно указать перевод с технического английского на английский. Можно на русский, на любой язык. Это который будет использоваться по умолчанию. Вы смотрите. Да, английский, например, который уже не настолько технический, а который будет гораздо понятнее пользователю. То есть зачастую технический английский, ну, помечают какими-то лентами, что, например, эта строка не переведена. Например, два знака восклицания ставят в начале строки. Чтобы иметь в виду, что эту строку надо будет перевести. Соответственно, когда вы открываете приложение, у вас есть строка с двумя знаками восклицания, значит, что какой-то перевод не доделан. Так. Ой, закрыл все. Сейчас пока исправлю. Так, что тут еще есть? Здесь есть папочка icons. Сюда, в эту папочку попадают автоматически сгенерированные иконки для разных разрешений экрана, они, соответственно, разных размеров. Вот такая вот иконка по умолчанию генерируется. И есть еще у нас папочка, называется rpm. В этой папочке находятся параметры сборки пакета. Я хочу напомнить, что SelfishOS, как дистрибутив Linux, использует пакеты rpm. И здесь находится параметр сборки такого пакета для этого приложения. Вот файлик YAML, он определяет параметры сборки RPM, но про файлик YAML сегодня гораздо подробнее и интереснее расскажет Андрей Васильев. Вот такая структура проекта, давайте мы попробуем посмотреть, что с ним можно сделать. Так, вместе с SDK ставятся две виртуальные машины. То есть у вас должен быть на компьютере установлен VirtualBox, и эти две виртуальные машины будут в него добавлены. Первая виртуальная машина называется Mir SDK. Вот я сейчас открою VirtualBox. Здесь у нас есть вот эти вот две виртуальные машины. Mir SDK. Mir SDK содержит внутри себя все нужное для сборки приложений. То есть, по сути, это среда для сборки. Она также называется Mir Build Engine. Она инкапсулирована внутри виртуальной машины, и она работает одинаково на всех операционных системах, будь то у вас Linux, Windows, macOS, у вас будет использоваться одна и та же система для сборки. Но поскольку она инкапсулирована внутрь виртуальной машины, нужно как-то с ней обмениваться проектами, это то, о чем я уже говорил. Она видит по умолчанию вашу домашнюю директорию и видит ту директорию, которую вы указывали в установке SDK. И есть SelfishOS Emulator. Это эмулятор
устройство на Selfie 6, на самом деле это виртуальная машина, в которую установлена, ну, практически полноценная версия Selfie 6 для архитектуры x86. И мы с вами сейчас поработаем и с мерой SDK, и с эмулятором. Значит, что нужно сделать для того, чтобы собрать приложение? Ну, вообще, можно нажать вот на этот вот молоточек, у вас приложение будет начинать собираться. Но если у вас не было запущено мере SDK, предложат ее запустить. Давайте запустим. Всегда вы можете управлять состоянием мере SDK с помощью вот этой вот кнопочки в углу. Если она зеленая, это значит, что мере SDK не запущена, можно ее запустить. Когда она станет красной, это значит, что мере SDK запущена. Вот она стала красной. Ее можно остановить. Но давайте мы ее не будем останавливать, потому что у нас идет сбор. Вот, ура, у нас проект собрался. Но нужно проект не только собирать, но уметь как-то запускать. Для того, чтобы его запускать, вам нужно нажать настройки. Здесь можно переключить режим сборки «Отладка» или «Релиз». Но давайте будем собирать в «Отладке». То есть, соответственно, «Выпуск» или «Отладка». И можно выбрать архитектуру, но пока мы будем собирать под x86. Потому что сейчас мы поработаем с эмулятором. Что здесь еще можно выбрать? Можно выбрать способ запуска. По умолчанию просто сборка. Нам с вами нужно запускать, поэтому давайте мы с вами вот что выберем. Выберем, чтобы наш собранный пакет отправлялся на устройство в виде RPM файла. То есть он будет собираться, RPM файл генерироваться, отправляться на устройстве устанавливаться и запускаться. Ну, в данном случае у нас будет не на устройстве, а в эмуляторе. Давайте попробуем сделать. Смотрите, у нас стали активные кнопочки, вот эти две зеленые. Как только стали активны эти кнопочки, так сразу можно запускать. Но, чтобы запустить, конечно, должен быть запущен эмулятор. Но нам сейчас с вами скажут, что эмулятор-то у нас не запущен. И предложат его запустить. Давайте запустим. Так, что-то... Ой, эмулятор тут предложил. Сейчас у нас запустится эмулятор. В эмуляторе там работает Selfie 6. Вот она. И давайте, вот когда он запустился, тогда уже можно запускать приложение. Все, вот когда здесь появился такой вывод, это означает, что приложение запущено. Вот оно. Это первая страничка приложения. Здесь есть штука, называемая полое меню или вытягиваем меню, которая позволяет перейти на вторую страничку. И здесь есть штучка, называемая обложка. Это простой пример приложения, который генерируется при создании нового приложения. Он показывает основные элементы этого приложения. Дальше мы с вами попробуем сделать что-то более интересное. Но я еще один момент покажу. Вот смотрите, запускать можно не только, конечно, в эмуляторе, запускать можно на устройство. Но чтобы запускать на устройство, нужно устройство добавить. На самом деле, то, что вам понадобится во время конкурса, вам понадобится запускать на устройство. Для того, чтобы запустить на устройство, его нужно добавить, нужно перейти в параметры. Здесь выбрать устройство. Так. И здесь нужно нажать «Добавить». Значит, чтобы добавить устройство, на устройстве должен быть активирован режим разработчика, и оно должно быть подключено к компьютеру в режиме разработчика. Здесь в настройках режима разработчика на устройстве можно выбрать пароль. Его можно либо сгенерировать, либо ввести свой. Так, я буду нажать разработчика. У меня такой сложный пароль виден, я веду NEMO. Вот, здесь нужно добавить MAC device. Нам нужен эмулятор физического устройства. И здесь нужно ввести некоторые параметры. Смотрите, когда устройство вы подключаете по USB-проводу в режиме разработчика, оно автоматически поднимает сеть 0 модем через USB-провод. По умолчанию IP-адрес
в этой сети вот этого устройства, оно само себе создает IP-адрес, оно поднимает у себя DHCP-сервер, раздает IP-шники. Вот у него по умолчанию адрес 192.168.2.15, который указан здесь. Здесь имя пользователя. Имя пользователя предустановленного устройства называется NEMO. И здесь нужно указать пароль, который указывается там же в режиме разработчика. Нажимаю Test Connection. Происходит соединение по SSH. Ой, сервер установил пароль. Что не так? А, у меня русский язык. Происходит соединение по SSH. В это же время будут проверены характеристики устройства. А когда я нажму «Далее», будут сгенерированы ключи, которые позволят получить доступ к устройству, не вводя никакого пароля в дальнейшем. Здесь можно назвать устройство. Вот я сейчас подключаю первую Yolo. Поэтому он предлагает имя Yolo Arm. Ну, здесь будут сгенерированы ключи, указаны пути, куда эти ключи положатся. Завершаем. Небольшой тест. Ну, вроде как все прошло хорошо. Все, добавлено физическое устройство, и я могу теперь здесь выбрать это устройство, Yolo ARM. Но при этом нужно выбрать архитектуру, конечно же, ARM. И давайте также сделаем deploy ZPM package и запущу на устройство. А тем временем пока попробую подключиться к устройству по VLC. Так, вот это у меня устройство, у него пока выключен экран, поэтому здесь все черное. Я сейчас включу экран. Вот. Ну, в общем, вот она запустилась, то же самое приложение на устройстве. Hello, servers. Так. В общем, это основной обзор инструментов разработки. На этом можно считать законченным.